соглашусь. И правильно. Когда женщина со мной соглашается, я думаю, что в чем-то ошибся. Профессор. Добрый день. Здравствуйте. Один человек. Разве нет? Почему вы смеетесь? Не думаю, что вы такой циник. Здесь. Наконец-то я тебя искал. Привет. Привет, Лиза. Ты там одна? Да, а что? А как же? Требовать, чтобы я ее мужу компанию составил, пока вас не будет. Как его зовут? Его зовут Марко. Это можно простить, но когда оба, понимаю, ну и ты тоже. Я ни разу ее не изменила. А, значит, ты верная двоемужница. Да, не принимать их всерьез. Здорово. При иных обстоятельствах мы могли бы подружиться. Да, даже двое. Я не знала, что ты еще и умная. Весь мой ум испаряется, когда мужчина на горизонте. Привет. Ой, ты крутой. Обещай, что больше не будешь плакать. Что ты? Они оба оказались от того, что я буду смеяться до слез. Браво, Клеопатра. Меня зовут Анна Лиза. Все побрал. С самого утра. Черту эти подушки. Хватит. Взял да ушел, он злится, потому что я люблю его. Ладно бы сцену закатил, потому что я не люблю его. Наполовину.